Приветствую гостей и подписчиков канала Бодр 23. Сегодня у нас тест Battlefield 5. Смотрим, на каких настройках сможем запустить данную конфигурационную игру. Ну, что могу сказать. Основные настройки, как вы видите, Full HD 60 Гц. Потому что у нас монитор Full HD-шный. 2К пока не разжились. Ну и дополнительные самые интересные настройки. Смотрим. Качество текстур на ультрах, на высоких. В принципе, это максимум возможности, что можно на 1060 и запустить. Конечно, там еще 2К она не потянула бы, например. Но почти топчик, почти топчик. Так что будем смотреть пару мин, что у нас будет происходить. Ну, погнали. Так, эта миссия у нас. Следуйте за Мейсоном. В общем, сейчас пока 50 FPS-ков у нас. Уже заметно начинает кулера работать на полную мощность. Ядра все загружены. Те же самые, как и потоки. В общем, игра без полного озвучена со стороны компании. Русишин Языкин здесь пока не привели. Но графика, конечно, на очень высоком и достойном уровне. Вот штук. Немецкий пикирующий бомбардировщик. Наверное, штурмовик, точнее говоря. Ну, конечно, есть просадочки, ничего не скажешь. Бывают и значительные. Но 1060 в сборке с Ксионом E5 2650 V2 все-таки тащит батлушечку. Конечно, в больших замесах это будет просадки еще больше. Но в общем сейчас вся конфигурация, все текстуры прорисовываются. Так что это довольно значимый прогресс. Не знаю, как бы было бы, например, со стримом. Но без стрима довольно неплохо идет. Сейчас, в принципе, у нас запись идет через OBS программу. Но это, не, конечно, не нагрузка при стриме. Так, вот он, сюжетный ролик, монтированный в сам интерфейс игры. Кьюшечку нажимаем. Враг. Взрывчак. Да это ж Сигена. Да, конечно, там все охраняется. Да что, сирену еще не заметил? Конечно, игра глубоко заскриптована, к сожалению. Нестандартно не пройдешь. А вот сам ролик, ребята. Ну вот, конечно, на уровне 30 FPS-ков. Но здесь качество полное кино. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them there. Yeah, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Ну, как вы видите, вот уже игровой движок восстановился. Снова мы видим 50 FPS-ков. Вот просадочки, просадочки пошли. Так, ну нам надо же, конечно, шум устроить. Хотя бы, чтобы замесик какой-то был. Что это нам мы тут в тишине мы будем? Давайте постреляем немного. Так, 54 FPS-ка. Где там еще фашисты? Фашисты вы где? Ну, здесь, конечно, была стелс-операция. Я начал немножко замес. Там, где не надо. Еще просто, чтобы мясо прибежало. Во. А вот и мяско. Мясо, мясо, мясо. Кс-кс-кс. Не-не-не. А что мы там засеяли?
А кто там смотрит? Борис Бритва, настоящий советский герб. Нельзя сразу попасть. Все? Сирена закончилась? Ну, если больше замеса, я думаю, будет, конечно, проседание больше, но... Видеокарта справляется на ура. А система без заметных лагов, фризов и вылетов. Так что, в принципе, рекомендую для батлы 5 данную сборку, данную конфигурацию. Ну а для вас, ребятушки, я желаю ни просадок, ни взрывов ПК-блоков питания и всего остального. Так что спасибо за просмотр данного видео. Ставьте свои лайки, ставьте свои дизлайки. Ну и подписывайтесь на наш канал чудесный. Также не забывайте бить в колокольчик. Все, ребята, всем спасибо и до новых видео.